Друзья, посмотрите, какая у нас маленькая прелесть появилась. Вот такой вот маленький нежный котенок. Что фотография? Нет, я на видео снимаю. Здесь у нас Даня. Дань, поздоровайся. Привет, говорит. А это наш маленький котеночек, новенький. Сегодня к нам прибыл. Это Майкун. Это мальчик. Мы пока ему не придумали имя. Мам, у меня есть какое имя? Какое? Это Барсик. Барсик? Не, Барсик у нас уже был. Барсик, мы Барсика отдали. Дядя Вася. Дядя Вася? Нет, Вася. Вася у нас есть, кот? Мы... Я говорю, дядя Вася. Дядя Вася? Нет, не пойдет. Мы что-нибудь придумаем ему, какое-нибудь интересное имя. Пока... Ой, есть идея, музик. Данюш, ты, может, не будешь отвлекать, сынок? Ладно, мама поговорит сейчас. Вот, в общем, мы придумаем ему... Придумаем ему какое-нибудь имя. Пишите свои идеи в комментариях. А, вот. Котеночек у нас появился. Мы как бы не планировали вообще заводить еще котенка. Просто со знакомыми решили поменяться. У них родились майкуны. А мы поменялись с ними на свою шиншилку. У нас много шиншил. Сейчас у нас их осталось 4. Было 5. Было вообще еще больше. Мы продали некоторых. Вот. Это у нас Сажик. Где Сажик? Я забью. Вот, вот такие у нас новости. У меня тоже будет. Да, тебя на видео сняла, Дань. А вот там у нас сидит Сажик. Вот он, Сажик. Так. Вот, в общем, у нас 3 кота. Где Василий наш? Вот Василий. Вася. Вася. Вот он, Василий наш. Вот. Еще у нас был Мурзик. Многие помнят Мурзика, кто у нас давно на канале. Мурзик у нас убежал на улицу. У нас летом дети не закрыли дверь, ходили на улицу гулять и оставили открытую дверь. Мурзик убежал на улицу, и что вы думаете, он не приходил несколько дней, потом появился, но домой... Подожди, я говорю. Домой заходить он так и не захотел. Он живет, наверное, где-то у кого-то на улице, нашел себе дом, куда он ходит, а к нам он приходит покушать. У него стоит мисочка, он кушает во дворе. Вот, в общем, домой ни в какую Мурзик к нам не идет, потому что, ну, он сам по себе такой, вы помните, да, он такой был у нас боязливый, пугливый. Вот, и он так и не привык к людям, все равно он не доверяет людям. Наверное, сильно его обидели. Вот. Поэтому сейчас вот дома у нас осталось 3 кота и Муся у нас. Вот он, Сажик. Да, Сажик, любимый кот. Вот. Новый котеночек Майкун, Вася. И наша кошка Муся, наша первая кошка, которая у нас появилась. В общем, у нас кошка и 3 кота. Как в мультике. 3 кота и 1 кошечка. Да? Вот такая прелесть у нас появилась. Вот такой кот. Шикарный, красивый кот. Ему всего 2 месяца. Он как мурчит. Мурчит, мур-мур-мур. Не слышно. Вот. Вот такой лапки всего 2 месяца. Пишите свои идеи в комментариях, как мы его назовем. Вот. По цвету он такой прям серенький-серенький весь. Немножко чуть-чуть где-то коричневатым отдает. Но в основном он весь такой дымка у нас. Вот такой шикарный, красивый кот. Красивый кот. Лопатуля. Лопатуля. Вот. Все. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Увидимся в новых видео. Всем пока. А вот она, моя барышня Муся. Мусик Андрея. Моя кошечка. Моя любимая кошечка, воинственная. Вот она, моя первая звезда. Первая кошка, которая вообще у нас дома появилась. Первый открыватель, можно сказать так. Потому что, если бы не Муся, не факт, что у нас появились бы другие коты. Потому что я не планировала вообще заводить кошек. И не было бы у нас котят, которых мы пристраивали в прошлом году. Мы пристроили 11 котят. Вот, можно сказать, все благодаря вот этой мадаме, которая просто поставила меня перед фактом,
пришла к нам и сказала: я буду жить у вас. Да, вот такая вот звезда. Любимая, любимая, но с характером.